Дорожники столицы готовятся к приходу весны. Полным ходом идет уборка снега на улицах. Слово Юрию Осипову. Снежные завалы силами рабочих и автопогрузчика перемещаются в кузов КамАЗа. На полную загрузку уходит порядка 10 минут. За один рейс грузовая машина вывозит около 12 кубометров снега. Смотря от объекта, где объекты находятся, бывает по-разному. Ну, бывает, ну, 8, там, 7. Вот так. Ежедневно на уборку снега в столице республики выходит порядка 60 единиц техники. Среди них грузовые машины, погрузчики, трактора и другие. Также около 50 рабочих. Одна бригада за смену убирает около 400 кубометров снега. За день вывозка снега примерно в сутки 3000, а за одну смену 1500 кубов снега. Сегодня работы по уборке снега идут как обычно. Рабочие говорят о том, что изменения погоды не сильно влияют на их работу. И на свои объекты они выходят и днем, и ночью, согласно своего графика. На полигон площадью более 200 тысяч квадратных метров. Так как работы ведутся в две смены, движение здесь не останавливается ни днем, ни ночью. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.